Юлечка, доброе утро. Наконец-то нашла минутку оставить такой долгожданный для меня, для тебя отзыв о твоей книге. Я, наверное, повторюсь, но это просто шедевр. Что я хочу сказать? Это просто колоссально. Ты знаешь, я некоторые места, некоторые эпизоды перечитывала несколько раз. Где-то плакала, где-то смеялась. Плакала, потому что это напоминало некоторые случаи в моей жизни, очень похожие. Но если бы я тогда ознакомилась с твоей книгой, я бы, наверное, по-другому реагировала и переживала бы те моменты. Смеялась, потому что то, что с тобой приключалось, о некоторых вещах ты рассказывал на наших занятиях. И я старалась ставить себя на твое место. Я не знаю, я бы просто... Я, наверное, на месте бы умерла бы, честное слово, потому что такое... Лишний раз убеждаешься, что чувство юмора, чувство самообладания, оно, конечно, помогает. И перечитывая эти моменты, и чем дальше углубляюсь в твою книгу, я понимаю, что она должна быть настольной книгой у каждой женщины, вне зависимости от возраста, вне зависимости от статуса. Я очень жалею, что я раньше не имела такой возможности. Я бы, наверное, не наделала столько ошибок, сколько было суждено совершить. Я хочу сказать, что, ну, прежде всего, я благодарю тебя за это. С самого начала хочу поблагодарить за те несколько лет, которые мы были вместе, когда я записалась к тебе на фламенко, окунулась в это необыкновенное, просто сказочную атмосферу. И благодарю Бога, что Он мне послал такого человека, как ты, несмотря на то, что ты девочка. Я многому у тебя научилась. Книгу перечитывала многие моменты несколько раз. Читала уже между строк. И ты знаешь, были такие моменты, что, кажется, не знаешь, как поступить. Но она... Вот я читала подсказку в твоем произведении. Я очень хочу, я повторюсь, но чтобы это, действительно книга дошла до сердец многих женщин и избавит их от многих ошибок. Она научит их себя уважать, себя любить, себя ценить и верить в себя. И верить, что в любой ситуации нужно держаться и можно решить любую проблему. Я благодарю тебя за эту книгу, за этот шедевр. Я очень тебя прошу и надеюсь, что будет продолжение, пусть будет в другом ракурсе. Но она нужна нам всем. Я благодарю искренне. Спасибо тебе, моя хорошая, за те года общения и за то, что мы не теряем ни эту ниточку связи. Пусть ты сейчас далеко, но ты всегда рядом со мной. И если будет возможность, или вернее необходимость, поделиться чем-то, ты будешь первая, с кем я поделюсь проблемой, радостью, какими-то творческими успехами. Спасибо тебе. Удачи.